Ну вот, по-моему, отлично. Да, очень даже неплохо. Все-таки хорошо, что мы в этом году решили украсить елку в золотом цвете. Но в следующем году я выбираю цвет украшений. Да без проблем. Чего-то не хватает. Точно, сейчас. Вот, теперь точно все, красота. Как хорошо, что мы дома сидим и не тратим время на всякую там школу. А мы вон сколько дел переделали. И елку поставили, и дом украсили. Только я сижу дома, потому что болею. А ты преспокойно могла ходить в школу, а не притворяться, что тоже больна. Мэр, ну я же не просто притворяюсь. Я же осталась дома, чтобы тебе помогать. Мы же сестры, я не могла тебя бросить одну в такую трудную минуту. Да я ради тебя готова чем угодно пожертвовать. Особенно школой и годовыми контрольными, которые ты сейчас пропускаешь. Но это же просто приятный бонус за мою доброту и за сестринскую любовь. Ну раз уж ты ради меня осталась дома, то сделай мне, пожалуйста, чай. Чай? Давай не сейчас, а? К тому же... У нас еще осталось одно очень важное дело. Включить гирлянды на улице. Сегодня? Ну да, уже как раз стемнело на улице. Будет очень-очень красиво. Давай завтра, когда мне станет получше, чтобы я тоже могла выйти и посмотреть. Мэр, ну какое завтра? Все соседи уже давно подключали гирлянды на домах. Только мы остались. Зажигаем сегодня и точка. Пусть Санта увидит, что мы уже тоже готовы к Рождеству и ждем свои подарочки. А тебе лишь бы подарочки. Ну да, подарки это очень важно. Все, я пошла включать гирлянды. А ты, если хочешь, можешь в окно посмотреть. В окно, типа там что-то видно. Давайте сыграем в игру на скорость. Кто у нас тут самый ловкий и успеет первым поставить лайк? Раз, два, три. Вау! Да ты реально крутой! Там на улице такая красота! Идет снег и наш дом просто сверкает. Между прочим, наш дом украшен лучше всех на нашей улице. Ну все, значит мы готовы к Рождеству и Новому году. Готовы? Мэри, ну ты даешь! Это мы только украсили все. А теперь пришло время подумать о безопасности. Это ты о чем? Как о чем, Мэри? О том, что мы должны защитить наш дом, нашу елку и самое главное наши подарки, которые Санта нам принесет на Рождество. А им что-то угрожает? Здрасте, ты что забыла, что у нас кто-то каждый год пытается стащить подарки? Вспомни хотя бы прошлое Рождество. Помни, что было? Мы еле спасли свои подарки от Гринча. А мне кажется, что мы просто были маленькими, верили во все это. Вот оно и происходило. И если честно, ну я очень сомневаюсь, что Гринч существует. Он существует, я точно знаю, что Гринч существует.
И поверь мне, он только и ждет момента, чтобы испортить всем Рождество. В принципе, я уже все сделала. Ловушки на все окна и входные двери я уже придумала. Остался балкон, подвал и чердак. А по-моему, ты преувеличиваешь. Мэри, скоро Рождество, и я уверена, что Гринч бродит где-то поблизости. Может, даже прямо сейчас, где-то там на улице, он следит за нашим домом. Так что сейчас я принесу ручки и листочки, и каждый из нас придумает по несколько ловушек. Безопасность наших подарков прежде всего. Это самый красиво украшенный дом, который я видела. Нужно бежать скорее домой и тоже украшать наш дом к Рождеству. Опять елки, гирлянды и вся остальная праздничная ерунда. Даже в воздухе летает запах Рождества и радости. Дедуля! Гринчуля, напугала меня. Нельзя так незаметно подкрадываться. Дедуля, мы когда к празднику готовиться будем? О, я уже почти готов. В этом году я приготовил кое-что особенное. Правда? А что особенное? Ты нашел самую огромную елку в лесу? Или нет, может, самые яркие разноцветные гирлянды на наш дом? Или мы украсим не только наш дом, а весь лес, да? Ёлка, гирлянды. Гринчуля, ты уже достаточно взрослая, и пришло время узнать тебе нашу семейную традицию. У нас есть семейная традиция? Крутяк! Самая настоящая рождественская семейная традиция! Все гринчи из поколения в поколение на Рождество имеют одно очень важное задание. Какое задание? Какое это задание, дедуля? Испортить всем Рождество. Испортить? Зачем испортить? Эх, Гринчуля, ты еще такая маленькая и такая наивная, и совсем ничего не понимаешь. Но зачем портить Рождество? Это же замечательный праздник. И ты видел, как красиво везде. Все украшено, все сверкает, все радуются и ждут. Гринчулечка, а скажи мне, а чего все ждут? Как чего? Рождества, конечно. Веселья, подарков. Вот именно, веселье, подарков, сам ты на санях. Люди давным-давно забыли, что такое настоящее Рождество. А ведь Рождество это намного больше, чем Санта с подарками и украшенные дома. Иди за мной, я тебе покажу кое-что интересное. Это страх. Темный, жуткий, парализующий и забирающий радость. А чей это страх? О, да чей угодно. Все чего-то боятся. Санта боится не успеть разнести все подарки за одну ночь. Его помощники, эльфы и гномы, боятся не успеть подготовить все подарки, которые просили детишки. А дети? Дети боятся проснуться и не найти под елкой свои подарки на Рождество. Ты хоть представляешь, что будет, если этот страх вырвется на свободу? Это будет ужасно! Ты даже не представляешь, насколько это будет так ужасно, что совсем не останется места для рождественской радости. Нужно запереть страх покрепче. Мы не можем допустить, чтобы он сбежал отсюда. Что ты. Конечно, он не сбежит. Мы его сами выпустим. Thank you.
Thank you.